происходит логическое продолжение нашего проекта «Мужество и грация». Участники рождественского бала решили не останавливаться на том мероприятии, которое мы делали неделю назад. И возникла такая инициатива провести танцевальный флешмоб, то есть показать это тем, кто это не видел на балу. Да, и самое главное, как бы цель этого флешмоба, все-таки, наверное, обращение к ребятам, которые находятся сейчас в зоне АТО, которые сейчас находятся на передовой. Поздравления этих ребят от тех, кто уже вернулся, да, кто проходит адаптацию, реабилитацию, пожелания мира нашей стране, пожелания всем вернуться скорее с победой и завершить эту ужасную войну. Вот. Участвуют сейчас у нас как минимум 15 танцевальных пар из тех, которые танцевали на балу. Вот, будут танцевать вальс. Репетировали уже перед этим на улице, то есть, настроение у ребят такое великолепное. Это тот драйв, который еще остался после через неделю после нашего проекта. И глядя на это, я понимаю, что разговоры о том, что будет весенний бал, это не просто разговоры, это действительно то, чем надо заниматься, потому что ребятам это нужно, им это нравится. Хотят показать, да, то, чему они научились за эти 3 месяца, и то, что можно с нуля сделать какой-то проект, привлекая людей, которые раньше совершенно этим не занимались, и получить какую-то феерию. Я думаю, что это тот адреналин, которого им не хватает после того, как они вернулись с войны, и он находит вот такое вот выражение, и они готовы танцевать не просто на площади, чего даже иногда не готовы делать профессиональные танцоры, да? То есть они готовы этот проект как можно максимально шире распространять, то есть вплоть до того, что, ребята, а какое у нас следующее событие? Давайте и там станцуем. Меня зовут Богдан, я служу в 74-м окраинном разведбатальоне, и здесь танцую с моей партнершей Валерией. Это в первую очередь реабилитация, да, для всех бойцов. Во-вторых, это поздравление для всех, для всего народа, чтобы они видели, что мы не падаем духом, мы держимся, мы молодцы и будем продолжать тем же составом дальше двигаться. Та світлих надій, миру і втіхи на кожному кроці. Також здійснення планів і мрій у прийдешному новому році. Бажаємо Україні жити без війни, щоб снились дітям кольорові сни. Щоб кожен українець брат, щоб рік продовжився в 100 крат. Хай буде Новий рік схожий на диво. Щоб кожен день жилося радісно і щасливо. Щоб здійснились усі ваші мрії і щастям повнились надії. Нехай мир запанує в країні, нехай прийде до вас із Різдвом перемога. І віра, і надія, хай любов живе в кожному серці. Розбудить приспані надії, зерном і щастям вас засіє. Зігріє сонцем і любов'ю, і подарує вам здоров'я. Ми вам вклоняємось, рідненькі, за мирний сон дочок та посмішки синів. Ми вам бажаємо новому році всі 365 мирних днів. Ми – волонтери, все дістанемо для вас, все, що забажаєте, рідненькі. Та тільки молимось щодня, аби ви всі вже повернулись з перемогою швиденько. Нагі вам і сили у новому році, щоб вам не кололо ні в серці, ні в боці. Хай здоров'я з вами буде, хай вас гумор не забуде. К
Хай приходить скоріш мир, і ми влаштуємо для вас пир! Героям слава!